У них товар, у нас купец. Продемонстрировать преимущество своей дорожной техники в областной центр приехали сотрудники смоленского завода КДМ. Ивановский МУПС ЖХ задумался об обновлении парка машин и теперь активно занимается изучением рынка. Возможности смоленской спецтехники можно оценить наглядно. На улице Садовой отремонтировали несколько ям. Машина у нас сегодня представлена на базе самосвала КАМАЗ-6520. Машина является многофункциональной, она может использоваться и для ямочного ремонта, который мы сейчас посмотрели, и также в зимний-летний период в качестве КДМ, это для посыпки песка-соли, либо поливки дорог. И третий режим, как режим автосамосвала. Рабочих задействовано всего двое – водитель и оператор. Метод пневмонапрызга, который тут используют, позволяет сократить и время латания дорожной выбоины, и количество сотрудников. Получается так, что яма полностью пломбируется, да? И то есть, когда проходит некоторое время, значит, она не разрушается. То есть, когда некоторые дорожники берут, срезают фрезой и накладывают латку, соответственно, все равно потом туда попадает вода, образуются трещины, и под тем, что отрицательная температура, все равно асфальтовое покрытие ломается. Вот. В данном случае это исключено. Александра можно образно сравнить со стоматологом. Пломбирует дорожные раны он исключительно качественным материалом. В данном случае это битумная эмульсия и щебень. Обещает, что прослужит такая заплата долго. Нам, в принципе, все понравилось. То есть за небольшой промежуток времени, имея маленькие трудовые силы, они сделали небольшой участок нам ремонта дорог. Вот, технология существенно отличается от нашей технологии, как мы занимаемся, делаем. Вот, но эта технология предназначена только для летнего ямочного ремонта. Вот, в принципе, если будет возможность, то наше предприятие хотело бы приобрести такую технику. Машина в данном исполнении стоит 6 800 000 рублей. Стоит ли она своих денег, покажет качество работ, выполненных на Садовых. Если МУПС ЖХ останется доволен результатом, для областного центра приобретут два таких автомобиля. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.